Здравствуйте, дорогие наши зрители, подписчики нашего канала Жанур. Ну и все те, кто готовится к свадьбе, к сватовству и, как правило, ищут на YouTube-канале, в интернете наборы для саргасалу мероприятия. Для кудалака. Вот такой набор представляем вашему вниманию. Саргасалу мероприятие. Классический набор, можно сказать. Корзины для сладкого, для фруктов. Денежные конверты для денежных подарков, наши клатчи красивые, нежные, белые. Саукеле шкатулка для сережек будущей невесты, будущей снохи, вернее, для невесты. И сундучок такой для золотых, серебряных подарков для сватов. Вот такой красивый, нежный набор. Но несут у них еще есть свой коржин. И вот в дополнение к коржину вот такой набор. Все, что нужно. В общем, для того, чтобы положить подарки подаларам. Вот хочу, как сказать, такую традицию напомнить, когда, ну вот, Рамжасал, вот такую шкатулку саукели, после того, как вы отдадите, вручите, значит, невесте. Уже мама невесты после того, как замуж выйдет дочка, чтобы не хранить дома, могут подарить другой девушке, которая, допустим, уже подошел возраст замуж выходить. Рамблосендип. Сундучки таким же образом дарят. Корзины раздают. Ну, в общем, наши традиции у нашего народа и все такие вот хорошие то, что можно подарить, то, что типа сарката, как всегда с мероприятия берут, да, конфеты, сладкие вещи, ну, красивые какие-то сувенирчики приносят домой с таких мероприятий в виде сархата или какие-то вкусности, для того, чтобы такое мероприятие было и у тех, кого угощают этим сархатом также. Ну и, соответственно, эти корзины тоже никто дома же не держит. И тот же клатч, вот это такой конверт, тоже можно отдать. Также ахжол дают, после того, как его используют, дают ту семью, в которой ждут свадьбу, в которой там сын не женится, дочка не замуж не выходит. Ну, в общем, казах рамшил. И, соответственно, вот такие вещи, они, в общем, повторяются. И их нужно делать, их нужно, как сказать, показывать своим детям, говорить об этом, и чтобы это тоже повторялось, оставалось в голове у наших детей, у наших потомков, что такие традиции нужно всегда повторять.
Ну вот еще раз хочу показать красивое оформление нашего сундучка. Саукеле, шкатулки. Все нежное, белое. Бантики наши сверкающие. Нежный клатч. Корзина такая же красивая. Вот и вторая такая же корзина. И вот такая завязочка. Готовые фатиновые мешочки. Вам только остается только положить подарки и вручить, преподнести. Вот. Будьте с нами. Подписывайтесь на канал Жанур, пожалуйста. Рекомендуйте нас. Сарафанное радио никто не отменяет. Потому что всегда верят слову ближних, слову друзей, близких. Поэтому наши изделия качественные, наши изделия красивые, нежные, со вкусом и с любовью созданные коллекции украсят ваш праздник. Жанур с вами. Жанур творит с любовью для вас и для ваших праздников. Подписывайтесь. У нас есть страничка в Инстаграме janur.kz. Можете посмотреть там все наши изделия. Фото наших изделий там тоже есть. Поэтому можете там что-то посмотреть. Подписывайтесь. Будьте с нами.